Старт предвыборной агитации в средствах массовой информации будет дан в крае 11 августа. До этого у рабочей группы Крайизбиркома есть 10 дней на проверку документов, которые сдали кандидаты в губернаторы. Об этом сегодня председатель Краевой избирательной комиссии рассказала журналистам. Поддержкой муниципальных депутатов и глав заручились лишь 4 из 6 кандидатов. Это в Рио губернатора Виктор Томенко от «Единой России», Людмила Суслова от «Справедливой России», Владимир Семенов от ЛДПР и выдвиженец от партии «Роста» Андрей Крылов. А вот Виктору Рао от «Яблока» и журналисту Сергею Сущевскому от партии «Малого бизнеса России» не удалось собрать полный пакет документов. Крайизбирком уже направил в их адрес соответствующие извещения о невыполнении условий участия в процедуре оформления кандидатов. В ближайшие дни решат вопрос об отказе в их регистрации. Последующие работы Крайизбиркома и рабочей группы таков, что мы планируем к концу этой недели максимально во взаимодействии с кандидатами рассмотреть вопросы, связанные уже с окончательным решением вопроса о их регистрации, либо, вот, к сожалению, в отказе в регистрации, несмотря на то, что на сегодняшний день как со стороны законодательства Алтайского края, так и со стороны, ну, скажем, организационной инфраструктуры проведения избирательной кампании все необходимые, надлежащие, равные стартовые условия, безусловно, были созданы.